ты Итан? Да. Что ж, ты довольно поздно работаешь. Да, у меня бессонница. Да, я все про это знаю. Чем занимаетесь? Я даю людям взаймы. Знаешь, рядом с нами много глупых людей, которые думают, что могут не возвращать деньги. И вот тогда им всем бывает плохо. Мия? Мия моя сестра. Твоя сестра. Ее парень должен мне 20 кусков. В какую историю ты попала? Мы заняли у одного парня, Данте. Он работает на какого-то крупного наркодельца или... Кто-нибудь из этих? Отдал тебе долг на неделе. Послушайте, ей всего 16. Привет, это Мия. Оставьте сообщение. Если я увижу тебя снова, я тебя грохну. Ты только что сделала половину моей работы, Итан. Убирайся с дороги. Пошел ты. Ничего личного. Это только бизнес. Люди, которых нанимает Кейден, психопаты, которым нравится убивать и пытать. Слушай, ты дерьмо. Я хочу получить свои бабки назад. Что, черт возьми, происходит? Никто не отвечает на звонки. Готовься ответить за слова.